Диапазон от баритона до сопрано. Большинству исполнителей этого не дано. Известный российский контртенор Олег Безинских сегодня встретился со студентами Алтайского музыкального колледжа. Олег Безинских окончил Санкт-Петербургскую консерваторию, гастролирует не только по России, но и по Европе. Его называют русским чудом. Своим младшим барнаульским коллегам Безинских рассказал о том, как начиналась его карьера, как правильно себя вести на сцене и что такое быть контртенором. Распределение было очень сложное, потому что все боялись брать такой голос, учить. Учиться было тяжело. Потому что первые два года я учился по 14 часов в день. Я думал, я сойду с ума. У меня уже были попытки вообще бросить консерваторию по одной простой причине. Когда вы спите, и вам снится, что вы вообще вас эти ноты атакуют. Завтра Олег Безинских выступит на сцене Краевой филармонии. В программе прозвучат классические произведения, направления барокко и современные композиции. Спойте так.